Всем здравствуйте. Слышите, нет? Как тут какие-то насекомые кричат, жужжат. Подходить ближе, в рот мне ноги. Так это мариманы, осы. Не, я к ним не пойду, в общем. Я тут подумал и решил, лучше я туда пойду, потихоньку, подальше от греха. У меня уже была такая встреча с ними один год как-то. С другом мы выгуливались по берегу реки Бухтарма. Он передом шел. Ну, уток стрелять ходили. А впереди... Больше этих по размеру. Здоровые, которые самые большие моряки эти. Он увидал их первый, естественно. И гнездо там у них здоровое было на тополине. Он взял палку и по ней бахнул. И убежал. Я встал как вкопанный. И перепугался. Думаю, что это он? Они вот так дали, давай лупить. Вот это было кино. Ну, как-то так, а нам туда. Туда пойдем. Ну вот, ребята, демократы. Мы... в лес зашли. Спустя полтора часа мы оказались вот в таком месте. Сейчас будем подниматься вверх. Посмотрим. Хочу добраться до кедрача. Там кедр растет здоровый. Если получится. Здоровье, если позволит, то доберемся. Посмотрим, как он себя там чувствует. Тут боярка вот какая. Сразу нас встречает. Я уже сейчас горсточку там навернул, вдоль дороги шел. Там она прям во рту тает. Это крупная еще и зеленая. А та уже все созрела. И тут вот роса еще. Вот она, роса на лопушке. Все мокро. Вода вон стоит. Фух. И тут круто. И подниматься круто, и вообще в лесу круто. Одно слово, а понятий два. Попробую. Да, она уже мягкая. Птички запищали, запрыгали. Ну ладно, попрем мы вверх. Что будет интересное, покажу. Потеряли что-то. Машинки. Это походу с УАЗика что-то. Да? Кто? Специалисты. Это на кузове, наверное, дуга или что? О, крапива кусается. А он тут дебил. Летел, сломя голову. Зеркала оставил. Или вниз его несло. Что он не мог. А нет, стоп. Там тормоза были бы. Да ладно, не важно. К
Крапива покусала дедушку. Ну, их богатых не поймешь. Что для него это стойка? Ну, оторвала, да, оторвала. Ну, сейчас УАЗик поменяет и все. Ну, меня костыль. Не гнется. Надежный. Зайти в сосняк или в березняк. Посмотреть. Ну, зайдем сначала в березняк. Ну что, грибы? Пожалуйста, сыроежки есть. Вот они начинаются сразу. Ну тут как бы проходной двор, по-моему. Ну тут тропинка целая. Можно не ходить. А тут что? Металлоломисты. Проволока колючая. В три ряда. Забирайте. Да. С таким костылем ходить-то весь день рука отсохнет. Где-то один год здесь мы гадюку с другом фотографировали. Не могла она забраться вот этот косогор. Она маленькая еще была. Маленькая такая. Сантиметров 30-40, может быть. Сейчас уже выросла, падла. Может, попадется. Поздороваемся с ней. Кряхтю, потому что так легче. Фу. Давай сюда пойдем. Масолята. Нет масолят. В смысле маслят. А тут что такое красненькое у нас напало? Это калина или бузина? Откуда она? Калина. Вот она. Реденькая. Как-то она даже... Ну, куст-то большой. Но калины нет. И грибов нет. Ну все, нечего по этим буеракам лазить. Надо на дорогу выходить. Ой, ну-ка. А тут пробьем мы дорогу. Пробьем. О, мимо. Ох ты, и мне досталось. Да чтоб я их не бил, они меня начали бить. Все, хватит мне проползти. Упала. Упала моя палочка-выручалочка. Все, мы на дороге. Фух, я на дороге. Я, мы. Фух, фургал. Что еще? Я, мы, Беларусь. Фух. Высвечивает уже здесь. Сплели. Ловите, да? Эх вы, молодцы какие. Паутинку. И росы не видать.
А тут что-то... О! Как это наледь белая. Не наледь, а что она? Ну как ее назвать-то? Ну вы поняли. И не накипь, и не наледь. Налет. Во. Сейчас я вот этой боярочке. Ну-ка, а ты что мне скажешь, красотуля? О, сколько. Еще давай вот эту. Угощайтесь, кто живой. Ну что, березовая роща. У тебя грузди-то хоть есть? М? Или ты просто березовая роща без грибов? Березовая роща без грибов. Не бывать такому, да? Думаете? Оказывается, есть березовые рощи. Чаще ли они? Ну, вниз я не пойду. Потом подниматься будет. Неохота ж мне. Стучит где-то. Вон здесь спрятался грибочечки. Целая борозда. Это они тут растут специально. Вот для этих, кто вот на УАЗиках ездит здесь. Им же лень шляться там или там. Они кабинку открывают, собирают их, едут потихоньку. Они до такой степени. Вот, вот он лежит, видишь, стоит. Я же говорю, они в памперсах, наверное, ездят. Потому что им лишний шаг сделать, для них это все караул. Тут вот в кустиках елочка красивая растет. Прям такая. На Новый год. Раньше бы ее. Но сейчас-то я ее не буду рубить. Я их раньше-то не рубил. Это вот когда лес заготавливали, макушки, просто макушки забирали и все, давно себе на Новый год. Где-то тут она должна была быть, походу ее нет, вот она. Вот она елочка, стоит, растет. Ну-ка пометим давай ее примерно. Вот. Вот тут примерно. А так вот маленечко. Накорябаю чуть-чуть. Вот до куда она выросла. Вот. Потом в следующий раз приду на следующий год, посмотрим, как она вымахала. Ну, если приду. А тут кирпичи. Ну что ходить? Ну шел бы, дошел своими делами. Нет, надо куда-то залезть. Нет тут никаких грибов. Тут вообще колеище. Березки шумят. О! Дятель, постучи. Ладно, стучи.
Не буду я тебя отвлекать. Крупная боярка, хорошая. Прям крупная. Вот три кисточки и все, и ладошка полная почти. Сейчас я боярки натрескаюсь. Как дам потом. Мотор как заработает. Вот, что это такое? Такое ощущение, что опыление какое-то произошло. Ну, что это такое в лесу? Фу, не знаю даже. Какая-то бяка нездоровая. По правой стороне я в прошлом году лазил. А там ни грибов не нашел, ничего. А нет, нашел чуть-чуть вообще. Ноги только убил. Туда, домой я не пойду. Пойду сюда вниз. По этой дороге можно уйти на шахту, на юбилейную. Вот и пойдем потихоньку. Тут боярочку обобрали. В кусты пока заходить не буду. Хорошо наплели. И здесь то же самое. По-моему, кедр начал появляться. Ну-ка, зайдем. Пожалуйста, вот кедрач пошел. Вон еще кустики. Грузденочек попался. Он какой-то конченый. Все, мы его не берем. Тут все сгнившее. Вот что такое? Опята ложная, наверное. Вот кедр. Вот еще один. Что-то ему макушку отломали. Дружок, это кто с тобой так обошелся? Или тебя ветром
Ну ладно. О, опять. Ну опять это. Паутина. Это березовый сок брали 100 пудов. Вон еще кедрочочечек стоит. Маленькие. Скоро вырастут. Лет через 100. Еще эта бутылка щелкает. Вот кедрочка стоит. Нет на ней шишек. Рано, что ли, ей плодоносить-то? Вроде большенькая. Должны уже быть. Ну и ладно. Вроде кто-то улетел где-то. Крыльями захлопали. Ну все. Пойдем домой. Попробую спуститься. Ну-ка, ну-ка. Тю, дарноглазый. Можно и спускаться. Там я чую ничего нема. Ни лисичек, ни груздочков.
Ничего в этом лесу нет. Пойду потихоньку. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это кто такой? Подберезовик, что ли? Подосиновик, то есть.